Царица Небесная, которая и утешала, и поддерживала. И всех остальных мы можем вспомнить, особенно часто мы слышим о Марфе и Марии, которая, ну, одна много пеклась о житейском, другая больше склонность имела к духовному слышать Слово Божие. Но и сегодня в евангельском чтении мы слышим, что и по распятию Христову, и положению во гроб они не прекратили своих трудов, то есть не поставили жирную точку, вот его распяли, захоронили, что дальше. Но мы и также слышим, что они идут к гробу, переживая, кто же нам отвалит этот огромный камень от гроба, в котором положено было тело Христа, Господа нашего. И придя, увидели, что камень отвален. Кто-то бы испугался, вдруг украли, или кто-то засаду, может быть, если можно так выразиться, для учеников оставил, чтобы туда сейчас зайдут и там еще и казнить, как мы позже будем видеть в гонениях на христианство многих мучеников. Но не побоялись они, и как мы слышали, леший во гроб увидели, кого увидели? Ангела увидели, юношу в белых одеждах, который говорит, нету здесь Назарянина, которого вы ищете, то есть Господа. Он говорит, каким образом вам сказал, таким и явится. Идите и Петру, и всем ученикам благовествуйте, что воскрес он. Естественно, в страхе, как мы слышим, бежали они, в спинении, но пришли-то для чего? Потрудиться опять-таки благовониями, поухаживать и мыть тело Христа. Но услышали страшную весть, но в то же самое очень радостную. То, что, о чем говорил Господь, исполнилось. И идут они ученикам благовествовать, и те придут, и будут тоже переживать, сомневаться, о чем Господь потом их будет укорять. Почто усомнились, почто окаменело сердца ваши. Но жены мироносицы продолжают нести бремя Христова, свой крест. Много ли жен мироносиц? Конечно же, очень много. Это и у всех на слуху имена, которые стали добродетелями христианской веры, надежды, любовь. И Матерь София, то есть премудрость, которые нам очень часто не хватает. Это, если взять более к нам близкие, это императрица Александра. Если мы почитаем ее дневники, то это кладезь для каждой женщины, для православной христианки. Великомученица Варвара, Елизавета, которая, будучи княгиней, могла бы нанять ее, чтобы помогали кому-то. Она сама ухаживала за страждущими.
далее перечислять. И взирая на образ святых икон, мы видим, что их бесконечное множество. Почему столь близко мы принимаем этот праздник для нас? Во-первых, неоднократно и святые отцы говорили, что церковь во многом стоит благодаря платочкам. Я могу всецело с этим согласиться, потому что часто оборачиваешься за свою спину и видишь, платочки стоят. Мужчин практически нету. Воскресная служба, да, мы сорадуемся, что воины Христовы здесь, соработничают в своей душе и в соборной молитве участвуют. Но часто благодаря платочкам их самопожертвование. А русская женщина, она более целомудрена, коротка, боголюбива. Нету, конечно, идеального человека. Может каждый бы и в порыве гнева что-то сказать, и на эмоциях. Но, наверное, если мы посмотрим на весь мир, наверное, больше всего вот именно чистота телесная, целомудрия и духовного больше создится и держится, и сохраняется в русской церкви. Мне искренне хочется сегодня поздравить наши дорогие мамочки, сестры во Христе, деточки наши, девочки, которые будут рано или поздно мамочками. Мы искренне хотим пожелать вам здравия душевного и телесного, души спасения, к которому мы стремимся и идем в течение всей своей жизни. Пожелать вам, чтобы вы были любимы, в первую очередь Богом, чтобы вас Господь во всем поддерживал, чтобы после исповеди вы чувствовали радость о Господе, что ваша душа очистилась, еще больше радости, что вы соединились с Господом посредством причастия, чтобы это вам давалось с огромной радостью, то есть огромным подвигом, потому что к этому нужно готовиться, как мы с вами понимаем. Чтобы в мирской жизни вас меньше мы обижали, мужчины, больше защищали, оберегали, радовали. Простите нас, если мы когда-то вас обижали. Но как самых лучших жен мироносец, мы вас ценим, любим. И ни один человек не имеет права сказать, что в церкви как-то принижается женщина. Потому что самая главная женщина – это Царица Небесная, которую мы любим, обращаемся за ее материнским предстательством. И также смотрим на вас и искренне верим, что если будем трудиться, и среди вас может стать одна из вас стать святой. Но на все воля Божия и наши труды. Но желаю вам всего самого наилучшего. Люблю вас и обнимаю.